Сегодня в Москве прошло расширенное заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Обсуждали сбалансированность бюджетов разных субъектов на примере Алтайского края. Губернатор Александр Карлин и его заместитель Владимир Притопов предложили увеличить финансовую помощь российским регионам с низким уровнем расходов на одного человека. Все регионы разные, разные экономические условия, социальные, климатические, географические, они, безусловно, требуют какого-то различия, это объективно требуется в такой большой стране, в которой мы живем. Но некий базовый стандартный эталон, с чего должен начинаться, он должен все равно быть определен, стандарт постройки в бюджетном плане, называется расходы на одного жителя, уровень бюджетной обеспеченности. На заседании был подготовлен проект решения, по которому начнут работу региональные и федеральные власти. Предложенные меры будут стимулировать увеличение бюджетных доходов, а также позволят более эффективно оказывать помощь регионам в различных секторах экономики. Представители алтайской делегации также предложили предоставлять бюджетные кредиты не только субъектам страны с высоким уровнем госдолга, но и тем, чья долговая политика более умерена. Эту инициативу губернатор Александр Карлин обсуждал на недавней встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Предложение Алтайского края о выравнивании бюджетной обеспеченности регионов сегодня поддерживает треть регионов России. Конечно, поддерживаем, потому что мы Совет Федерации, и мы как раз, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы регионы у нас как бы не было дискриминации региональной, чтобы бюджетная обеспеченность была справедливая.